20 лет в строю. Фабрика номер 14 Айхальского горнообогатительного комбината – лидер алмазодобычи в компании «Алроса». Сегодня предприятие идет в ногу со временем, внедряются новые технологии и современное оборудование. Оксана Мезенцева продолжит тему. Это архивные кадры 90-х годов. На Крайнем Севере строят крупную обогатительную фабрику. Через несколько лет на 14-й заработают огромные мельницы и установки обогащения. Получат первые алмазы. 14-я фабрика станет лидером алмазодобычи в «Алроса». За 20 лет эксплуатации фабрики, значит, обработано почти 188 миллионов тонн руды. Добыто, значит, более 100 миллионов карат алмазов на сумму более 7,5 миллиардов долларов. Работу сепараторов проверяет опытный наладчик Александр Евстафьев. На фабрике трудится 15 лет. Начинал еще на старом оборудовании. Сегодня Александр осваивает современные сепараторы. Раньше сепараторы были очень большие, громоздкие, очень тяжелые были, неудобные были. Сейчас это стало очень компактно, очень надежно. В 2015-м схему предприятия модернизировали. Запустили современный комплекс оборудования. Результат – стопроцентное излечение алмазов. В сравнении с существующей схемой фабрики, где обогащение происходило на осадочных машинах, гравитационный метод обогащения, там излечение порядка 80%. То есть при внедрении данного проекта у нас ожидается прирост алмазной продукции. Современный диспетчерский пункт – сердце фабрики. Предприятие как на ладони. Запустить или остановить любое оборудование можно одним кликом мыши. Самая большая находка за всю историю фабрики – алмаз весом 888 каратов. Кристалл технического качества. Добыча же ювелирных алмазов растет. Только за 6 месяцев 2016-го на 14-й извлекли 471 кристалл. Среди них 15 крупных алмазов массой свыше 50 карат. В истории 20-летней фабрики добыто на сегодняшний день в пределах 269 кристаллов крупного класса. С 22 августа 14-я фабрика остановится на профилактический ремонт. За 3 недели приведут в порядок основное обогатительное оборудование. В новое десятилетие алмазная фабрика вступит обновленной. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».